Друзья, об этой трагической новости сегодня мы узнали на одном из российских сайтов, который один из первых опубликовал эту страшную весть у себя на сайте. Речь пойдет о российском нашем всемилюбимом телеведущем Дмитрии Шепелеве. Сегодня стало известно, что в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен Дмитрий Шепелев из своего загороднего дома. Как оказалось, он болел несколько дней, но практически не придавал этому виду. У него болела голова и сильно высокое было давление. Но в этот день у него поднялась температура. Жена его попросила вызвать скорую, на что Дмитрий отказывался. В один момент ему стало плохо, и он потерял сознание. Скорая его забрала из дому сразу в больницу. Скорую все-таки вызвала жена. На данный момент он находится в одной из больниц. У него берут анализы на коронавирус. Как сказал дежурный врач, который его принял, что есть все признаки, предполагать, что Дмитрий Шепелев заболел тяжелой формой коронавируса. Больше пока никаких известий нету, друзья. Все будет известно только после полной сдачи анализов. Давайте поддержим Дмитрия Шепелева, друзья. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш канал. Поддержим нас на нашем YouTube-канале. Следите за нашими новостями, друзья. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать каждый день выпуски, которые мы публикуем по утрам. Будьте с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.